Дорогие друзья, всем большой-большой привет! Мне очень приятно видеть вас на своем канале. Сегодня приготовим, такой озорной, скажем, рецепт, когда совсем нету времени, но очень хочется чего-нибудь вкусненького. Так, для приготовления нам понадобится всего два продукта. Главный продукт – это печенье. Ну и, соответственно, какое печенье возьмем, такое в итоге и получится десерт или пирог, не знаю, как назвать. Как ни странно, конечный результат будет отличаться по вкусу от печенья. И, в общем, даже из моих никто не догадался, из чего он приготовлен. Пачку печенья у меня шоколадное, нужно измельчить в мелкую-мелкую крошку. Я сделаю это с помощью блендера, также можно положить в пакет и хорошенько поколотить скалкой. Вот такая крошка в итоге должна получиться, всего 300 граммов. На 300 граммов печенья добавляем 150 миллилитров молока, молоко холодное. Все хорошенечко перемешиваем до однородности. Это и есть наше шоколадное тесто. Форму для запекания смазываю сливочным маслом, выкладываю так называемое тесто и с помощью ложки разравниваю. Ложку я предварительно окунула в растительное масло, чтобы тесто не липло. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. Все, вот такой пирожок готов. Самое удивительное, что очень вкусный аромат стоит, именно выпечки, шоколадной выпечки. Обязательно готовность проверяем на сухую палочку деревянную. В принципе, десерт готов, уже можно подавать к чаю, но я хочу еще сверху полить и украсить шоколадом. Воспользуюсь таким быстрым легким приемом, руки и посуда будут чистые. Я в шоколадку прямо в обертке кладу в горячую воду и жду, когда она расплавится. Затем отрезаю уголочек и поливаю сверху пирог. Можно подождать, когда пирожок остынет, а можно подавать теплым. Он и так вкусный, честное слово. Очень хочу, чтобы вы попробовали, но просто ради интереса. Конечно, еще раз повторюсь, что надо выбирать хорошее печенье, чтобы оно было вкусным. Попробуйте приготовить от всей души, желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока, увидимся.